У акционерным товарыстве «Гомельшкло» ни один работник не долучился до закликов оппозиционных сил не выходить на працу. Сегодня предприятие не просто працует в штатном режиме, але разглядая магчимости освоения новых рынков сбыту своей продукции. Завод наведали наши корреспонденты. Коллектив акционерного товариства «Гомельшкло» – это 1860 человек. Правда, на участку вытворчести специального шкла относно нешматлюдно. Процесс нанесения покрытия максимально автоматизованный. По великим рахунку основная задача специалистов – контролировать ход работ. Как и учора, на прессу вышли все без выключения. Заклики оппозиции провести забастовку не подтримал никто. Мне на это нету времени. У меня семья, есть работа. Я как на это внимание уже не обращаюсь. Адекватно оценили на «Гомельшкло» и обещание оппозиционных сил компенсовать страты, которые могут быть отриманы работниками у вынику не выходу на працу. Кажуть, что сподеваться на людей, которые находятся за межами краины и не ведают реальной ситуации на предприемстве, великая рызыка. Дети должны учиться, рабочие должны работать, потому что никто нам не оплатит, никто нам не поможет. А кушать хочется каждый день. И детки хотят и конфетку, да и обуться, и одеться надо. Гэты год для акционерного товариства «Гомельшкло» был непросты. За пандемией коронавируса шэраг замежных партнеров весной спынил деятельность. У вынику экспортные поставки снизились. Магутности предприемства тогда были задейничены прикладно на 60%. Теперь ситуация нормализовалась, але на полную загрузку завод покуль не вышел. Разом с тем администрация акционерного товариства приняла решение подтримать работников и не снижать их заробки. За 9 месяцев этого года средняя зарплата склала 1100 рублей. Зарплата у нас хорошая, не ниже средней по стране. Коллектив у нас хороший, дружный, сплоченный, профессиональный. Призывок забастовков у нас нету. Самое главное – это работа. Шкло для вокнов, мебли, автомобилей, холодильников, газовых и электричных плит. Сегодня «Гомельшкло» вырабатывает широкий ассортимент продукции, до 80% якой поставляется на экспорт. Наибольш значные поставки ажитявляются в Украину, где больше не працует ни один уластный шклозавод. Сярод інших партнеров – Россия, краины Балты, Польша. Пробные порты накированы у Венгрию и Румынию. Спынять деятельность «Гомельшкло» не собирается. Больше за тое, у наступном годе объемы вытворчести будут повелишены. В любом случае мы всем раз будем осваивать новые рынки, и там, где будет лучшая цена, там и будем продавать. Будет это Россия, значит будет Россия. Будет Украина, будем продавать на Украине. Будет это Польша, будем продавать, осваивать польский рынок. У нас всегда стоит задача 100% загрузка производственных мощностей. Это порядка до 40 миллионов квадратных метров стекла в год. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».